Приветствую вас на канале AsModayPlay. Мы продолжаем играть Battlefield Bad Company 2. Так, им так. Новое вернуться в игру. Продолжаем наше путешествие. Мы подобрали спутники. Теперь миссия. И вот мы двинули на юг, к Чили. Видимо, у Игуайра были крутые друзья в верхах, потому что по прибытии нас ждали танки. Давно отвыкнув от такой поддержки, мы радовались, как дети Рождеству. Так нашим подарком и был взбесившийся русский вояка. Чего там говорить? Бывало, отпуск и похуже. Справа 2, это берег, прием. Слушаю, берег. Последнее место, где видели Кириленко, то ли поселение, то ли военный лагерь у ветряков до линей. Делайте все возможное, чтобы взять его живьем, но если не выйдет, сами знаете. Вас понял, берег, конец связи. Кодьяк 3, меняем путь следования. Добро пожаловать в красную зону. Итак, красная зона, да красная зона, поэтому давайте туда. Так, а я могу поменять? Могу. Ну что ж. Всем подразделениям, на связи Кодьяк главный. Обнаружена бронетехника противника. Наши отряды обстреливают из тяжелого оружия, легкого и гранатомета. Блин, так-то нифига себе неудобно. Так. Ага. Дерьмо, здесь радар РЭП, птичка мне подлетит. Они нам понадобятся. Но тогда стоит их отключить. Радары. Так, я вижу где-то около 20 блоков. Расчистите дорогу. Используйте оптику. А вот так вот, ага. Блин. Ладно, поехали тогда. Надеюсь, она не такая продвинутая в этом плане игра. И если меня тут раскатают, господи. А? О! Хоть какая-то поддержка. Я попал? Попал же я. Но если мало, могу добавить. Давай. Вот так вот. Куда я стреляю-то? Всех убил. Готов. В обход пойдем. Теперь оба. Отлично, браво 2. Так. Ладно, работа такая. Но пока неплохо. Сотню сохранил себе. Хотя я сомневаюсь, что мне он сейчас пригодится, танк, конечно. Но я так думаю. На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, это не по мне. Вижу их. Атакую. Так. Блин! Примите это цели, парни. Так. Опа. Чё, не ожидали, падлы? Нате вам. Я сбоку зайду к вам. Да. Кто там в живых остался у вас? Да. Тихо-тихо. Чё, подбили, что ли? Или по игре так должно быть? А, по игре нахрен. Как же? Так. Ехаем. Что-то другие-то пути есть, да? Или я должен именно посюда? Посюда, по идее, должен забраться-то к ним. Ракета! Четвертый подпись, четвертый подпись! Огонь!
Так. Вот говно. Вижу здесь еще парочку сюрпризов. Так, где еще он? Блин. Ты по кому-то стреляешь, там же кто-то есть. Так, туры сняли, но еще пара попаданий, броня не выйдет. Подожди. Обойдем справа. Я согласен. Первый прав. Можно захватить станцию БПЛА. Действуйте, правда. Сейчас захватим станцию БПЛА. Так, а куда я должен идти-то? Ага. Ну все правильно, значит, въезжаем в ворота. Сюда, Марло. С такой крошкой ты легко их уничтожишь. С какой? Так я тут все разнес нах. К чертям. О, это я что-то на летающем. А у меня тут нету, да, другого вида? Так. Уничтожьте. Подожди. Готовы к боевому заходу. Передайте координаты. Мы вернулись и готовы помочь. Вау. Не могу поразить цель. Отсутствую враги. Сейчас порази. Подожди, подожди, подожди. Все, понял, как он на ракете летит. Вернулись на боевое дежурство. Укажите координаты. Неплохо. Ракета вышла. Так. На. Готовы к боевому заходу. Передайте координаты. Есть. Подтвердите попадание. Ну, конечно, подтверждаю. Никак нет. Не могу поразить цель. Так. Мы вернулись и готовы помочь. Подтвердите цель. Ну-ка, давай-ка. Все? Все? Хорошая стрельба. Хорошая. Настоящий. Да, только непонятно, кого там, чего там. Воздух теперь наш. Продолжаем движение. Продолжаем. Отличная работа, браво. О, броня сотня. Мне это нравится. Давайте, World of Tanks отдыхает. Нахрен там. Мне нравится World of Tanks. Так что эти танчики, это просто так, комедия какая-то. Да. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, истребители пошли. Давайте завалим всех, кто здесь есть. Вижу легкую бронетехнику. Вступайте в бой. Где? На. 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 Кто там еще? Так, а вот и бронетехнику-то я подбил, и как вот, можно обойти ее? Можно. Так, я уверен, что здесь можно выйти и поди... Можно выйти? Нет, нельзя выйти. Вот плохо. Я думал, можно выйти и так наковылять кому-нибудь. Вот так. На всякий случай, мало ли кто там прятался. Где он? Я не понял, почему? Кто там? Давай, прикрой меня. Блин, блинский. Ничего, от вас не надо ждать ничего. Помощи там, еще чего-нибудь. Вы не хотите помогать, да, мне? Активно. Есть. Нет, никакой информации. Смотреть в оба. Давай. Прикрывай меня. Впереди танки противника. Не торопясь. Ответный огонь. Давай. Где он там? На излете, блин. Попал я хоть куда-нибудь? Кроме как ногами в жижу.
Где он? Вот он. Ну давай, попал же, попал. Где вторая падла? На. На. Блин, я один по ходу дела с ними воюю. Именно такое ощущение у меня складывается. На, попал? Нет. Господи, там все горит. Вся деревня горит, куда вперед-то двигаем? Двигатели нашлись. Аккуратно двигаемся. Конечно, аккуратно. Давай, я жду вас. Не мне же одному отхватывать-то люлей. Владика, в этом городе на каждом углу паптур дом. Вам нужно быстро десантироваться и вручную пометить цели. Давай. Где вы, где вы, где вы? Здесь вы, здесь вы, здесь вы. Все, сохранение. Засекайте дым, браво. Готовы к боевому заходу. Передайте координаты. Так. Левая кнопка мыши пометить. Тихо. Кто? Подстрелили, нет? Так, есть. Отличный выстрел, цель уничтожена. Отлично, я тоже с тобой согласен. Так, система отключена. Почему? Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бежим, прячемся. Вот такой я молодец. Так, я выжил. Это хорошо. Кодиак один. Мы продвигаемся. Хорошо, но недостаточно. Нужно все разнести, чтобы стало как на Луне. Так. По мне охотятся. Это плохо. Знаете, это вроде последняя точка, да, которую надо разнести. Передохнем немножко. Ой. Прекрасно. Падает. Упал, сложился домик. Все, мне куда? Обратно? Или я должен был, по идее, отсюда куда-то куда-то мониторить? Готовы к боевому заходу. Передайте координаты. Нет, смотрите-ка, еще один. Давайте передадим. Вот так. Давай посмотрим, где вы. Откуда лететь будете? Из-за гор. Вау, и смылся. Красиво. Отличная работа, браво 2. По пивку, так по пивку. Фукло за нами. Принято, Кадик один. Потом угостите. Кадык один. Спешится. Пойдем в город пешком. Давай. Я спешился. Ткни, куда надо идти-то. Я пойду. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Давай. Блин, не успел. Так, что у нас здесь? Вот, вот сюда. Блин, нет. Нет, нет, сюда, сюда. Вот, вот сюда. Куда я забрался? Ха!
Куда я забрался-то? Блин, а мне туда и сюда. А не залезть. Ну ладно. Тихо, тихо, тихо. Не вижу. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, понятно теперь. Система отключена. А как мне быть? Да тихо ты. Тихо, 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 тихо. Вот, 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 все, все, все. Это-то вообще не интересно. Где он? Я бы знал бы еще. Вау. А кто долбит-то? Будьте любезны сказать, пожалуйста. Кто хреначит-то? Так. Понятно. Понятно, ага. Ну, это бессмертный, давайте. Где ты? Блин, вот здесь вот сейчас мы запаримся проходить. Надо бежать, значит. Есть. Есть такой трюк. Когда мы просто бежим. Так. У нас есть гранаты, конечно, еще. Вот так, жопу прострелили. Очищено. Вот так прошли. Опаньки. Ой-ой-ой-ой. Так, мне дальше как пройти можно? А, вот. Что я тогда там забыл? Сейчас мы обойдем эту дичь. Давай. Кто только бросает, я не понимаю. Ну давайте. Граната, она самая. Что у нас здесь? Опаньки, опаньки. А я прошел. Где? Ничего не понимаю. Кто, где? Вижу. Ну и мне покажи. Блин, ну-ка давайте-ка. Так. Так, мне принципиально, да, сюда нельзя? Чтобы, не дай бог, я со спины не зашел. Так, ладно. А куда здесь можно? Давайте. Я вот дошел уже. А, так мне можно было дойти одному. Господи, больше мучений. Ой, простите, ребятки, я вас подвел. Не знаю, кто это, но точно не он. Отлично, так дай глянуть. Ты прав, это не он. Интересный у чувака багаж. Спутниковый телефон, куча карточек.
полтинник зеленью, но это не самое веселое. Он якобы знает, где сейчас Кириленко, и скажет, если отпустит. Ладно, погоди немного. Эй, а поточнее? 10 секунд. Ха. 5, 4, 3. Есть! Чек. Так, собрались. Итак, мы знаем, где Кириленко. Морпехи, ваши хаммеры и пулеметы нам пригодятся. Все к вашим услугам, сэр. Что вы сказали пленному, сержант? Ничего. Объяснил, зачем мы здесь. Он взял и все выложил. Да. У него семья в Хьюстоне. Техасец. В конце концов, и враги тоже люди. Да. По коням. По коням. Давайте смотрим, какую миссию нам преподнесут сейчас. Ну же, по коням. Следуйте по направлению к мосту О'Кейна. Ух ты, сейчас отстреливаться будем. Так, увеличить, ага. Так, непонятно, чего ждать у моста, так что смотреть в оба. Вся эта беготня по этому хрен знает, как небоком вылезет. Понял вас, кинжал один. Ко всему готовы. Давайте, я тоже готов. Возьмем этого говнюка и домой. Ох ты, какая пушка-то, смотрите, здоровища. У меня такая же, что ли? Нет, у меня что-то бронированный пулемет какой-то. Подходим к мосту. Смотрите в оба. Принято, наблюдаем. Так, Марло, за пулемет. Если кто двинется, стреляй. Так и так. На дороге гравий, могут быть мины. Идем медленно, рисковать нельзя. И так буду стрелять, даже если кто не двигается. О, вышка. Мост, наверное, подорвут. Я бы подорвал бы. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой, нет. Где? Танк близко. Принято. Подождите, а как я танк-то должен прострелить? Черт, через свет убрёт, до хрена. Ну какая-то комедия-то. Давай, пошли, пошли. Стрели, Чёрт, стрели. Так, вышка, вышка, не... Эй-эй-эй. Давайте. Вот самое тут мины закладывать. Дороги другой нету. По серпантину-то ехать-то. Правда, будет одноразовое. И сами не проедут потом. Так, самолеты. Самолеты есть, поддержка есть. Совести нет у людей. Скоро тут будет жарко. Давайте. Что у вас, дверь болтается? Что-то болтается. Так, а у меня-то где машина-то? Даже не видно. Все, поехали, парни. Так. Дверь, на всякий случай, мало ли. Окей. Смотри, чтобы с оружием было все пучку. Проверь боезапас. И не зевай. Окей, на. Давай. Я уже и так что-то навзрывал там. ГМТ на 12 часов. Направо, давай, давай. Спокойно. Какого? Давай, давай, я почти уничтожил ее. Дура, живо. Давай, давай. Где она? Блин, а почему вы-то не могли уничтожить? Что, меня-то ждете-то всегда? У вас такая пушка мощная там какая-то. Вы меня ждете. Так, ладно. Давай, вот сейчас вот. Хрен с вами тогда, с пехотинцами.
Так. Жри! Хорошая работа! Я убил его? Подходим к поселению. Всем быть наготове. Понял. Сопротивление ожидаем. Разведка не дала данных. Они там озабочены побережьем. До нас им дело есть. Если запахнет полетом, у нас есть поддержка с воздуха. Вот так. Сейчас сверху стрелять, наверное, будут. Уж позиции больно хорошие. Где все? Чёрт возьми, никого нет? Чёрт, нас засекли, а там штука на холме. Берегись! Где? Блин. Ага. Ой-ой-ой-ой. Давайте, 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 давайте. Проехали, пролетели, уничтожили. Жить можно? Тут что? Береговая охрана вызывает Браво-2. Южное командование планирует накрыть артиллерийским огнем местность, где сейчас Кириленко. Я пытался переубедить, но у них другие приоритеты. Блин. Знал их, как смог. Ну вот машина-то. И остановите Кириленко. Береговая охрана, это Браво-2, вас понял. Вперед. Мы идем под снаряды, а денек сегодня длинный, засада на засаде. Можно хотя бы вежливо попросить? Хорош ныть, свит. Можно, но никто не будет. Давай. Вот хрень! Не стоило столько корячиться, чтобы меня здесь грохнуло. Двигаем! Шевелись, времени уже нет. Так, вы покидаете поле боя. Блин, я хотел в домик зайти посмотреть, что там. Да как. Ну давай. Вот пулеметчики же есть. Все есть, что вы. Неправда. Надо сваливать. На. Вот так. Добра. Вали. Блин, а где граната-то? Ладно. Еще разок. Я потерял цель. Найдите ее. Где вы? Все? Тихо, 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 тихо. Перезарядиться. Где-то здесь, ты говоришь? Все, 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 все. Бежим, 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 бежим. Ой-ой-ой. Где ты? Где? Куда идти? В канале? Поехали в канале. Эх, каналья. Ну там еще, блин, а там с глушителем уже можно было выбирать. Какие-то что, немцы, что ли? Что-то уж больно на немецкий выговор похож был. Вау, я вижу выход. Так, стой. Вот так вот. Где это я? Давай, 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 пошли. Будем брать изнутри. Блин, кто из них я-то? Кто бы знал еще. Опа. Ясно. Понятно. Вам приказано взять меня живым. Ну, никто не сказал, чтобы целым.
сообщение? Ты сказал, стреляй, если дернется, но он не выстрелит. Вы должны осознать сложившееся положение. Сложилось так, что стволы сейчас у нас. Сержант, это список груза с корабля Сангра Дель Торо. Кто вас прислал? Выдвигаться нужно сейчас, а не потом. Наверняка, Эквайр. Что, мы успеваем, нет? Он умный противник, признаюсь. За грузом-то. Меня захватили. Сержант! Противник. Он неплохо действовал до этого момента. И вы тоже, надо сказать. Опа! Ой, он побежал. Куда? Вот туда. Он сбежал. Ну и ладно. Нам там самим сейчас спасаться. Сваливать. Да ладно, не трясись. За нами. Пацифист. Так, ну что, на этом все. Увидимся в следующей серии. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Пока!